Здравствуйте! В эфире программа «Дайджест» – самые актуальные новости культуры и не только, которые произошли в России и Азербайджане за эту неделю. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос «Москва-Баку», заявила, что пример сохранения русского языка в Азербайджане позитивен. «Я хочу обратить внимание», – продолжила Захарова, – «на очень важную вещь. Важно в первую очередь развитие русского языка и всего того, что связано с русскоязычным пространством в тех странах, которые еще до недавнего времени образовывали единственное государство, а сейчас являются независимыми. Это то, что дает им колоссальный задел на будущее для развития многих и многих направлений». Конец цитаты представителя МИД. В Азербайджане работает сразу несколько филиалов высших учебных заведений, к примеру, МГУ имени Ломоносова, филиал первого Московского медуниверситета имени Сеченова. Активно развивается работа Россотрудничества, русский язык изучается в школах и университетах. Напомним, что совсем недавно телеканал «Россия-24» показал сюжет, посвященный сохранению и распространению русского языка в Азербайджане. В среду 25 октября в Леонтьевском переулке в Москве вспоминали Муслима Магомаева. Уже прошло 9 лет, как его не стало. По традиции, в этот день возле памятника артисту собрались его друзья, коллеги, поклонники и, конечно же, жена Магомаева Тамара Синявская. Может быть, началось новое мое летоисчисление от того, что я с вами говорю с улыбкой. Вот так он мне разрешил, правду говорю, не придумываю. Поэтому, если кого-то, может быть, немножко удивить, что я говорю с улыбкой, потому что им нравилось. Режиссер и телеведущий Юлий Гусман отметил, что здесь собрались те, кому не надо объяснять, каким великим певцом, замечательным человеком и добрым другом был Муслим Магомаев. Это нескромностью, мы настолько давно, с самого детства и до последнего дня были дружны, знакомы, я был рядом с ним, я был рядом со мной, и его творчество я знаю, может быть, каких-то другой, что было столько ярких, невероятных, поэтому сказать, какой самый яркий могу, могу только сказать одно, что это был настолько яркий, настолько удивительно солнечный, талантливый, но и при этом строгий к себе профессионал и человек. Минувшую субботу в Крокус-Сити-Холле прошел концерт, посвященный творчеству Магомаева. Со сцены прозвучали знаменитые и любимые песни артиста. Концерт транслировал Первый канал. Эмина Галаров не сдержал слез во время исполнения песни «Синяя вечность». Песню вместе с Эмином исполнили Тамара Гверцители, Сергей Волчков и Александр Панайотов. Эмин всегда с огромной теплотой и любовью относился к Муслиму Магометовичу, ведь семья Агаларовых дружила с Магомаевым в трех поколениях. В одном из интервью порталу «Москва-Баку» Эмин на вопрос нашего журналиста, скучает ли он по Муслиму Магомаеву, откровенно признался, цитата: «Очень по нему скучаю, он всегда со мной, на моих концертах, в дороге и в моем выборе репертуара и стиля. Иногда нам с его супругой Тамарой Синявской кажется, что он и сейчас в этом где-то участвует, ведет меня по моему музыкальному пути. Она не раз говорила мне это». Память великого земляка почтили и в Баку. На аллее почетного захоронения собрались музыканты, деятели культуры и искусства, представители общественности. Они возложили венок и цветы к могиле великого певца Муслима Магомаева. В Баку продолжается шопинг-фестиваль. Журналисты «Москва-Баку» решили провести день в одной из интересных торговых точек города и отправились в парк «Бульвар Молл». Это одно из популярных мест, участвующих в шопинг-фестивале. Целый месяц гости страны и местные жители могут покупать электронику, бытовую технику, одежду, мебель, парфюмерию, косметику на очень выгодных условиях. При этом в кошелек возвращается налог на добавленную стоимость – НДС по системе Tax-Free. Достаточно сделать покупку на сумму 100 манатов и выше. Наш корреспондент пообщалась с туристами из разных стран, а также с бакинцами. В этом году впервые Международный день кулинарии в Азербайджане посвящен старинному национальному блюду фисинджан. Корреспондент «Москва-Баку» и ведущая программы «Хорошо едим» побывала на Международном дне кулинарии в Азербайджане. Фисинджан – это одно из древнейших азербайджанских блюд.
она под разными названиями в исторических книгах. Например, в 1521 году у повара, главного повара Шахисмаила Хатаи, это блюдо называется «Гора плов», «Черный плов». На днях в Москве состоялась светская премьера фильма «Алексея Учителя Матильда». Корреспонденты Москва-Баку побывали на звездной премьере фильма и узнали Алексея Учителя, когда фильм покажут в Азербайджане. В Баку зрители есть надежда, что увидят Матильду? Да, я думаю, что да. У нас, по-моему, там даже намечена премьера фильма в Баку. А вы приедете, если вас... Ну, я, по-моему, там стоит в графике, да, Баку, так что я с удовольствием, я... Крупных провокаций перед светской премьерой зафиксировано не было. Хотя на небольшой пикет перед кинотеатром все-таки собрались люди. Вечером у здания с иконой в руках появился мужчина. На вопросы журналистов он не отвечал. Затем подтянулась небольшая толпа с плакатами «Руки прочь от святого царя». Полиция быстро свернула пикет и спокойно увела людей в автозак. Одним из первых на красной дорожке появился юморист Владимир Винокур. Кстати, он один из продюсеров фильма и его вдохновитель. Несколько лет назад Винокур пришел к учителю с идеей снять фильм о премии Мариинского театра Матильде Кшесинской. Давно известно, что Владимир Натанович увлечен балетом. Его жена Тамара Первакова в прошлом балерина, а дочь Анастасия служит в Большом театре. Интерес к фильму «Матильда» среди звездных гостей был явно высокий. На красной дорожке даже появились легенды советского и российского кино – Наталья Селезнева с мужем Владимиром Андреевым. Увидеть картину за несколько дней до всероссийской премьеры предпочли Валерия и Иосиф Пригожин, Катерина Шпица, журналист Борис Ноткин, Ирина Пегова, Ирина Безрукова, Мария Кожевникова, Наталья Ионова, отец Андрея Кураев, Михаил и Юлий Гусманы, а также многие другие. Российская и мировая премьера фильма стартовала с 26 октября. Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела первую конференцию в Москве во вторник. Журналистов собралось так много, что всем не хватило места в здании электротеатра на Тверской. Ксения Собчак ответила на вопрос корреспондента Москва-Баку о том, какой, по ее мнению, должна быть политика России в отношении стран постсоветского пространства и мерах по урегулированию конфликта на постсоветском пространстве. Журналисты также интересовались позицией Собчак по Крыму, расспрашивали ее о недавней встрече с Путиным и о средней зарплате в России. В ходе пресс-конференции Собчак назвала Крым украинским, что вызвало шквал критики среди политиков. В частности, Владимир Жириновский предложил за такие высказывания Собчак привлечь к уголовной ответственности. Генджа – один из самых старинных и красивейших городов Азербайджана. Он постепенно становится мекой для туристов. По количеству своих достопримечательностей и исторических мест он совсем не уступает Баку и сегодня является вторым по значимости городом страны. Здесь родился и творил автор Лейли Меджун Низами Генджеви. Через Генджу проходил знаменитый Великий Шелковый путь и до сих пор действует православная церковь XIX века. Москва-Баку составил топ-10 мест, где обязательно нужно побывать туристу во время посещения Генджи. И еще о туризме. Азербайджан разработает специальные турпакеты для целевых стран. Согласно проекту, государство будет поддерживать создание частных компаний, представляющих услуги по доступным ценам, лоу-кост, и национальных авиакомпаний, предлагающих увеличение числа прямых рейсов в целевые страны. Замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов назвал целевыми странами для Азербайджана в первую очередь Россию, Грузию, Иран, Турцию и арабские страны. А на телеканале National Geographic вышел промо-ролик, посвященный Азербайджану. Он рассказывает про древние памятники и современный центр Баку, новые горнолыжные курорты и Бакинскую бухту, традиционную кухню, а также многие другие знаменитые места и элементы искусства, которые сделали страну узнаваемой. Вокруг имени актера и режиссера Армена Джигарханяна продолжается скандал. На прошлой неделе актер заявил, что его жена пыталась его убить, и он попал из-за этого в больницу. А также он объявил о разводе с молодой супругой. На минувшей неделе в СМИ появилась информация, что в театре под руководством Армена Джигарханяна проходят обыски, а также театр подвергся рейдерскому захвату. Происходит рейдерский захват театра, говорит пресс-секретарь Наталья Корнеева. Ходят непонятные люди, изымают документы, время от времени привозят и увозят Армена Джигарханяна. Но очевидно, что он там ничего не решает. Сотрудники театра получают многочисленные угрозы, резюмирует Корнеева.
В минувшие выходные на сцене Русского драматического театра в Баку состоялась премьера спектакля по водевилю Некрасова «Петербургский ростовщик». Новую постановку доверили молодому московскому режиссеру Владимиру Данаю, которому впервые вполне успешно удалось поработать с азербайджанскими актерами. Этот творческий эксперимент стал результатом международного проекта между русской драмой и Российским государственным театральным агентством при Министерстве культуры России. Накануне премьеры главный режиссер русской драмы Александр Шаровский на проведенной пресс-конференции рассказал, что нынешний театральный сезон решено отдать под творческие эксперименты молодых режиссеров, в том числе и российских. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин искренне рад за «Карабах», взявший очко в матче с мадридским «Атлетико». Он также рад за выход «Карабаха» в групповой этап Лиги чемпионов. В интервью «Москва-Баку» Юрий Семин вспоминает то время, когда он сам работал в Азербайджане. Рассуждает о том, кто добивается успеха в Лиге чемпионов, и рассказывает о тренере «Карабаха» Гурбане Гурбанове, с которым они прекрасно знакомы. На минувшей неделе ведущий шоу на телеканале CNN американский шеф-повар Энтони Бурден был включен в список нежелательных лиц за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Химкет Гаджиев. В октябре Энтони Бурден посетил Шушу для своего телешоу «Энтони Бурден. Неизвестные места». Избрание экс-игрока футбольного клуба «Милан» 39-летнего Кахи Каладзе на пост мэра столицы Грузии города Тбилиси стало одной из самых обсуждаемых тем не только в мировых СМИ, но и среди азербайджанских пользователей сетей. Пользователи активно обсуждают политическую деятельность Каладзе, который до поста мэра Тбилиси был министром энергетики Грузии. Для избирателей Каладзе представил собственную программу, состоящую из 7 пунктов. В частности, новый мэр Тбилиси обещает поэтапно заменить хрущевки на современные здания. Кстати, Каха Каладзе женат на известном грузинском дизайнере Ануке Аришидзе. У пары трое сыновей. 26 октября в Москве состоялось шоу «Мой Азербайджан». На сцене концертного зала имени Чайковского выступил коллектив государственного ансамбля «Танцы Азербайджана». В рамках двухчасового концерта, который уже можно смело назвать историческим событием в культурной жизни России и Азербайджана, показали национальный балет по мотивам произведения Кюраглу, а также азербайджанские народные танцы, отражающие колорит фольклора, самобытность и богатое историко-культурное наследие азербайджанского народа. Это все. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал «Москва-Баку» на YouTube, чтобы получать новые интервью со звездами, репортажи с кинопремьер и не только. До встречи!